Проект нового земельного кодекса поступил сегодня в парламент. Скандальный документ, первоначальная версия которого вызвала недовольство казахстанцев, был доработан комиссией с участием общественников. Что в нем изменилось, мажилисмены детально пока не говорят. Им еще предстоит изучить проект. Но некоторые его пункты уже стали достоянием общественности. Например, выяснилось, что у государства может появиться больше полномочий при изъятии земель для госнужд. Новый проект закона расширил перечень подобных случаев. Но депутаты поспешили успокоить казахстанцев. Речь идет не о городских участках, а в первую очередь о землях сельхозназначений. Многие угодья скуплены крупными землепользователями и заброшены. На них годами ничего не сеется. Поправки в закон позволят провести мониторинг и изъять такие участки в пользу государства. Нам немножко надо сейчас госорганам руки развязать именно в части изъятия и возврата в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Прежде всего об этом речь. Поскольку в прежние периоды очень много земли вроде бы разобрали, но она так и не используется. Она практически выведена из оборота. Едешь вроде бы вдоль поливных земель, удобных, расположенных вдоль реки, например, да, и там годами ничего не сеется, она лежит, поросла бурьяном. Это неправильно.